Сергей Харитонов является одним из самых известных бойцов смешанных единоборств не только в нашей стране, но и во всем мире. Начиная с октября 2003 года, когда он появился на турнирах Pride, образ российского десантника в голубом берете стал одним из самых узнаваемых на мировых аренах. Без преувеличения, этот боец стал настоящей живой легендой, сокрушив немало звездных соперников. В последние же годы все для Сергея складывалось не самым однозначным образом. Он экспериментировал с выступлениями на боксерском ринге, выступал в модных нынче боях на голых кулаках, а на турнирах Bellator победы чередовались с поражениями. Но каждый новый бой Сергея собирал вокруг себя немалую порцию хайпа. Так было и на этот раз. 6 ноября в Дубае на турнире Парус UFC Сергей встречался с бразильским ударником Фабио Мальдонадо. Этот боец хорошо известен российским болельщикам по сражению с Федором Емельяненко в 2016 году, после которого он провел еще ряд боев в России. Мало кто знает, но бразилец мог дебютировать в нашей стране еще в 2008 на турнире M1 Challenge 2. Тогда крепкий бразильский тяжеловес с боксерской базы рассматривался в качестве соперника для Александра Емельяненко. А вместе с ним должен был приехать еще один малоизвестный бразилец, чтобы биться с Романом Зинцовым. Он был высок, обладал хорошим ударом и носил боевое прозвище «Цыган». К сожалению, переговоры не увенчались тогда успехом, и будущий чемпион UFC так и не оказался в России. Но это уже совсем другая история. Дорогие друзья, вы все интересуетесь крутыми зрелищными боями и любите спорт? А интенсивные занятия спортом, форсированные физические нагрузки, постоянное наличие нервного напряжения и стрессов, современный ускоренный ритм жизни, нерегулярное питание – все эти факторы в том или ином виде оказывают воздействие на организм практически каждого современного мужчины. И потому важно поддерживать свое здоровье. Можно с уверенностью сказать, что ваш организм нуждается в механизме компенсации витаминного голода. А специально для тех, кто заботится о своем здоровье и активно занимается спортом, компания Zoltan Tabs предлагает качественный и многофункциональный витаминный комплекс из 17 активных ингредиентов для силы и бодрости. Они поддержат ваш организм в период повышенных физических нагрузок, обладают тонизирующим действием, способствуют повышению выносливости и улучшают энергетический обмен в мышцах. Компания Zoltan Tabs – это вековые традиции немецкого качества, самое современное производственное оборудование, огромный ассортимент продукции, прошедший все необходимые клинические испытания, имеющий все необходимые сертификаты, а также тысячи положительных отзывов на самых различных маркетплейсах. Помните, что даже сильным нужна поддержка. Переходите по ссылке в описании и приобретайте качественные витамины. Zoltan Tabs for Men поможет вам оставаться здоровым круглый год. Your referee in charge of this championship contest is Kelly O'John. Вот трава на кубле, так вот.
Thank you.